Вы объяснили, что фараон дает казни, удары, и сказали, что эти удары — это плата эго. То есть я определяю, что это удар. Вопрос, что значит, что фараон получает удары? Кто получает удары? Фараон — это наше эго, которое получает удары. Наше эго получает удары, казни. На самом деле это 10 последних казней. До этого вся проблема не относится к фараону. Отрыв от фараона, это называется казни фараона, когда фараона казнят, Египет. Просто по-настоящему фараона касается только 10 казней, главным образом последняя казнь первенцев, когда нет будущего у желания получать ни в чем. Это называется казнь первенцев, что все. Тогда понятно человеку, что тут мне делать больше нечего. Я обязан убежать отсюда.